еще раз поздравляю с получением земли. У нас 35 гектаров здесь, у Мариной Горки. Земля получена для того, чтобы построить тестовые участки. Вы это знаете, вы проектируете их. Это грузовой, городской и высокоскоростной. Мы вышли на этот субботник, чтобы подготовить землю, участок, вот проведение уже строительных работ. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать, это подготовить полосу для ограждения. Потому что надо, первое, что надо сделать на любой стройке, поставить забор. Так? Ну все, за работу. Вы не смотрите, что мы рубим деревья. Мы очищаем участок для того, чтобы посадить здесь аллеи и сады. И это входит в рекультивацию земель, потому что здесь самосев. Здесь будут посажены районированные для Беларуси деревья, причем около 20 пород в виде рощ, аллей, садов. А вот это все не будет выброшено в мусор, на помойку. Это будет переработано в гумус, потому что мы хотим производить еще почву. И все, что мы вырубим, все кустарники, деревья, они превратятся в почву, на которой будут расти сады. Ребята, ветки, тонкие деревья грузите в кучу. Мы потом переработаем это в гумус. Это будет почва. Потом мы вывезем конец участка, и там будет переработка в гумус в будущем. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Кудряшов Евгений. Я являюсь представителем британской компании Skyway Capital. И сегодня очень рад принять участие в этом международном событии, которое проходит сегодня на территории будущего экотехнопарка. Сегодня мы занимались так называемый субботник, да, и занимались облагораживанием территории, подготовкой его для будущего строительства, которое уже будет в ближайшие дни. Приветствую всех, меня зовут Юницкая Карина, я генеральный директор Евраст Транснет, город Москва. Мы сейчас с вами находимся на границе нашего участка, и как любая стройка, она начинается с забора. И вот сейчас как раз ведутся работы по очистке периметра, где будет строиться будущий забор. Здравствуйте, дорогие друзья, я Мгер Акопян. В этот знаменательный день я прилетел из Киева в Минск на Марину Горку. Именно здесь то место, которое войдет в историю нашей планеты. Уже прошло даже более года. И вот буквально через месяц, как вы увидите сами, мы начинаем начало строительства тестовых участков. Через год мы уже увидим построенных 2-3 тестовых участка городской, грузовой, высокоскоростной. Только Skyway, дорогие друзья. Для нас сегодня очень большой праздник. Мы выехали всем коллективом на будущий экотехнопарк, на котором будет заложено и демонстрироваться то, для чего, как говорится, наш коллектив существует, для чего, по сути дела, Анатолий Эдуардович собрал всех нас. Практически сегодня, как говорится, врезались в землю. Вот, начали строительство ограждения будущего экотехнопарка. Это конец нашего участка, начало там 1200 метров. Участок идет клином. Здесь получается вершина, он так заужается. И вот скоростная система, она пройдет здесь. Городская закончится в 200 метрах, даже 300 метров отсюда. Потом мы ее продлим на 15 километров вот туда. И она пройдет здесь. А это наша граница сейчас. Я забью колыши. А вот знак геодезический. Так что сейчас мы здесь оградим все, благоустроим. И два тестовых участка мы уже покажем осенью следующего года, в 2016 году.